Певица Алла Пугачева, громко вернувшаяся в Россию, уже не считается на родине великой. Тележурналист Владимир Соловьев озвучил главные вопросы россиян к артистке. Пугачева в конце августа вернулась в РФ, видео с певицей опубликовал ее друг, дизайнер Игорь Гуляев. На кадрах звезда ногой открывает дверь лимузина Rolls-Royce и утверждает, что никак не могла собраться. Свое отсутствие в России с февраля Пугачева объяснила отпуском и лечением. По мнению Соловьева, организаторы возвращения сбежавших звезд, обосновавшихся преимущественно в Прибалтике, должны задать себе вопрос, нужны ли стране эти антигосударственные деятели. Вы чего вообще делаете? Зачем вы это дерьмо тащите обратно в Россию? Зачем вообще из Прибалтики? Вот, вернулась некто Пугачева. И она ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce, чтобы нас опять поучать. Да народ ответил все, что думал о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты российской истории, сказал Соловьев. Журналист задался вопросом о причинах возвращения Пугачевой в Россию. Он убежден, что финансовый вопрос не является для нее определяющим, поскольку звезда обеспечена до конца жизни. Главной претензией к Пугачевой Соловьев считает отсутствие высказываний о спецоперации, особенно на фоне словесной активности ее супруга Максима Галкина, о выпадах которого престарелая артистка не может не знать. Все эти хихи и ха-ха. Вернулась, чтобы детей в школу отправить, в отпуске была. Да кого обманывать? И не заметила, что муж нес, не сказала ни слова. А приехала зачем? Деньги кончились, вряд ли. А мы должны делать вид и умиляться, и слезу из глаз, ой, Алла Борисовна вернулась. Что же мы не понимаем ничего? Собраться никак не могла, а так бы собралась и нам объяснила. Она же приехала навести порядок в головах, иронично заметил ведущий в эфире Соловьев Лайв. На вопрос журналистов о ближайших планах Пугачева объявила, что собирается навести порядок в своей и вашей голове. Однако россияне однозначно выразили отношение к Пугачевой за время ее отсутствия. В соцсетях сходится во мнении, что побег из страны в переломный период в попытке отсидеться за границей показал полное равнодушие артистки к родине и ее судьбе.